единственное ребро в кубе, которое перевернуто. В этом случае вам сможет помочь только лишь одна комбинация. Что мы делаем с этим ребром? Ставим его спереди снизу и вспоминаем, что нам надо сдавать экзамены. Экзамены мы сдаем вот таким вот движением. И от экзаменов у нас едет крыша. Теперь начинается студенческая жизнь. Вот такой вот перехват. Крыша едет от подготовки к зачету, но зачет не сдаем. Крыша едет от подготовки к экзамену, но экзамен не сдаем. Опять крыша едет от подготовки к экзамену, но на сей раз удачно. И теперь надо сдать зачет. Опять едет крыша, но в последний момент решаем, да нафиг нам этот зачет, поехали лучше в Лондон. Едем в Лондон на 2 недели. Там делаем что-то хорошее, опять включаем рычаг справа, поднимаем себе настроение, возвращаемся из Лондона. Теперь с легкостью сдаем зачет уже безо всякой подготовки. Возвращаемся к прежней жизни, то есть кубик ставим в прежнюю позицию. Крыша едет 2 раза и правая грань становится на место.